Давно не снимали видео. Ну, сегодня вот решили снять видео. И так как скоро у нас, уже скоро-скоро, не за горами, приближается Новый год. И мы хотим снять видео и приготовить салатик «Шапка Деда Мороза». Ну, мы хотим его испробовать, вдруг нам понравится. И мы еще раз его приготовим. Для этого салата, для приготовления, мне нужна банка туны. Тунец, банка консервированной кукурузы, также мне нужен будет грамм 150-200 сыра, майонез, помидорки, я вот 4 штучки приготовила, 4 яйца сварила крутую, ну это я кукурузу с банки в сито выложила, и чтобы она стекла. Также приготовила вот посуду. Ну, это потом, впоследствии увидите, для чего. Итак, приступим к приготовлению салата. Открываем консерву. Воду надо слить. Она у нас оказалась жидкостью. Сейчас я солью водичку. Возьму вилочку. Тут еще водичка. Водичка как бы совсем не нужна. Не вытряхивается, плотно уложили. Видео снимаешь, приготовиться не могла. Не говори, не приготовилась как-то. Я даже не подумала. Так вкусно пахнет. Я люблю рыбку. Компот не выбрасывай, компот я буду есть. Нужно размять вилкой эту туну. Мнись, туночка, мнись. Ой, скрипит так противно. Что теперь нужно положить сюда? Кукурузу. Стекла, я надеюсь. Так. Вкладываю кукурузу. А сколько было тут? Грамм. Ой, не вижу. Так, было тут 432 грамма. Почти паунд. Так, что я теперь кладу? Теперь я кладу сюда сыр. Где-то 150-200 грамм, как думаешь? Я сейчас на глаз буду. На глаз? Да, на свой глаз. Ну, вот так вот хватит. Так-то здесь это тертый сыр. Ну, вообще нужно сыр-то потереть бы. Ну, раз у нас тертый, мы так добавляем. Ускоряет процесс. Да, раз. Чтобы время не тратить на терки. И что я еще не приготовила? Я же не приготовила этот терочку. Мне же нужно яйца тереть. А какую вы терочку будете использовать? Стараюсь мелкую. Эту мелкую терочку я буду использовать. Значит, что я сейчас сделаю? Я потру одно яйцо. На вот этой миленькой терки. Как вкусно пахнет. А теперь я возьму, распотрошу еще два яичка и вытащу оттуда желток. Зачем? Желток я тоже потру на мелкой терке. Вот так. А белок мне нужен будет. И один желток мне еще нужен будет. Вот так, значит, все перетерла. Ты смотри ее. Изнутри вытащи тоже. Там ничего не осталось. Все, это у вас кухня сегодня скучная. Скучная? Да. А ты, кстати, что не поздоровалась с дорогими друзьями, с родственниками? Здравствуйте. Можешь передать всем привет, как в поле чудес. Я только хотела сказать. О, передаю привет Ване Кулеву.
Я знаю, что он точно смотрит видео. Смотрите? Ну, Ариша тоже смотрит. А, Ариша еще. Ариша, привет. Так, теперь что я делаю? Я беру одну помидорку. Вот если помидорка очень сочная, то значит нужно удалить вот эти семена и постараться как можно меньше жидкости. Ну, эти помидоры как-то я бы не сказала, что они такие не сочные, очень, да, не да. Сочные. Поэтому я полностью буду резать. Что тут особо сока-то и нет. Это если бы домашние помидоры были, как у нас дома, там в теплице, то, конечно, из них бы. Эти помидоры, они для вида только, они для вкуса. Они безвкусные. Ну ладно, у нас тут теплицы нет. Жалко, что нет. Это с собой тебе надо было привезти мне помидор. Из России. В России вкуснее помидор. Да, я думаю, здесь тоже можно вырастить. Что хочу сказать. Вот, в принципе, у нас салат готов. Вот я вот как думаю, теперь я что должна сделать? Должна я сделать следующее. Я должна достать отсюда ложку майонеза. Не клади сильно много. Слишком жирно будет. Ну, если ты можешь сделать, чтобы его перемешать без майонеза. Сложи. Тут, ну, ты же перемешала его уже. Он не получится тогда такой. Куда мы без майонеза? Никуда. Постараюсь как можно меньше положить. Вот так он. Я хотела историю уже рассказать, как от меня чуть автобус не уехал. Один единственный в городе автобус, и тот чуть не уехал. Опоздала на автобус. Хотела маму повезти на английский, но она сегодня не очень себя хорошо чувствует. Но я автобус уже заказала, я их уже 25 раз отменила. Думаю, ладно, не буду отменять. Поеду за тачкой, съезжу. Давай, делай, а то я вставляю тут свои истории. Теперь не нужны вот никому. Да почему не нужны? Очень интересно, надо было снять его, как он уехал, объехал весь квартал и приехал. Ну, она мне сказала, водитель говорит, нам нельзя назад, задом сдавать. Ага. Ну вот, что я сделала? Я взяла вот такую чашечку, так как салат у меня, я же уже сказала, называется шапка Деда Мороза. Я вот посмотрела, ну, более-менее выбрала чашечку. Сейчас вот попробую его уместить в эту чашечку, этот салат. Надо, чтобы он вместился. Выстелила его пищевой пленкой. Но вряд ли он у меня поместится, однако, сюда. Придется мне что-то большее искать. Так, а что это ты мою пищевую пленочку-то переводишь? Сейчас опять кусочек отрежешь. Ты сама его будешь, этот салат, есть. Ну, попробую утрамбовать. Может, утрамбуется. Ты как Челентано, встань. Трамбуй. Как он виноград трамбовал. Нога не поместится. О, вот эта чашечка, я понимаю. Сколько уместилось всего, да? Да, не говори. А так-то на вид-то маленькая. Теперь еще вилочкой подомну. И что я сейчас сделаю? Я сейчас его, опять же, накрою пленочкой. И поставлю я его в холодильник. Он должен у меня подзастыть. Ну, не знаю сколько. Минут 15-20. Надо, чтобы он застыл. Маленько хотя бы. Ну что, в морозильник поставить? Да ну ты что? Он в холодильнике остынет у нас. Вот так. Новую пленку не пришлось использовать. Ставим в холодильник. Слава тебе, Господи. Так, сейчас подожди, я подойду, покажу, как в холодильник поставить. Ну это никому не интересно, наверное. Мне интересно. Та-дам! Еще, то есть еще салат не готов, нам еще нужно будет? Да, потом подключимся на некоторое время. Ну вот, 20 минут
прошло. Достала салатик. Вот еще, правда, не выбрала. В этой, наверное, да, сделаю в чашечке, как думаешь? Да делай в какой хочешь. Ну, кругленькая, вроде как шапочка. Так вот, значит, переворачиваю. Сверху ставлю вот эту чашечку. Так вот аккуратненько раз. Убрала. О, и вот такая вот шапочка получилась. Шапочка. И пленочку выкинули. Тарелочка чистенькая. Оп. Все у нас отлично. Что я делала тут, пока время было у меня? Я вот начала вырезать помидоры. Все-таки я вырежу с них жидкость эту. Ну, я вот взяла ложечку. И ложечкой вот их прям выковырила эту жидкость, чтобы... Это у меня помидорки как бы для украшения этой шапочки. Верхушка шапочки будет. Поэтому жидкость там мне ни к чему совсем. Я вот убираю эти семена. Вот. Если у вас есть красный перчик болгарский, то его тоже можно мелко покрошить и добавить в это на украшение, на шапочку. Ну вот у нас не оказалось перчика. Мы без перчика обойдемся. Вот эти семена я убираю. Да я съем, не выбрасывай. Да? Да. Я же люблю помидоры. Ну вот. Так, это я все убираю. И сейчас я постараюсь миленько накрошить эти помидорки. Вот так я их крошу, чтобы сделать верх шапочки. Вот видишь, как получается. Так. И будем украшать шапочку Деда Мороза. Алекс, ты что делаешь? Берет, кидает с этими кругляшками. Ему, когда что-то не нравится, он берет просто это и выбрасывает. Такой маленький, а такой характерный. Не говори. Сейчас нам устроил тут 2 минуты назад концерт. А теперь сидит довольный. Ты концерт нам устроил? А я тем временем крошу помидоры. Ты колечки не хочешь свои есть? Смотри. Вкусно? Вот я покрошила и сразу же покрошу, на терке потру яйца, чтобы сразу же украшать, шапочку эту делать. На меленькую я уже говорила. Алекс, смотри, что бабушка делает. Ты будешь пробовать салатик? Да? Ты будешь, да? Ну хорошо, молодец. Ты пока свои колечки кушай, пожалуйста, сынок. Они очень вкусные и полезные. Оп, 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 молодец. У нас все полезное. О, как что это бабушка делает? Как говорила моя бабушка, полезно, что в рот полезло. Да. А что упало, то пропало. Так, знаешь, что мне нужно? Нужно. Мне нужна силиконовая кисточка. Где у тебя силиконовая кисточка? Где-то есть. И вот как сказать. Я не приготовилась, опять же. Кисточку я не приготовила. Ладно, я возьму вот эту штучку. Лопаточку силиконовую. Вот так вот мне нужно взять. Вот так чуть-чуть. Так, верхушечку немножечко обмазать. Чтобы прилипало? Угу. Так вот. Чтобы очень красивенько все это легло. Да-да-да-да, ба-ба-ба-ба-ба. Говори, баба. Ты же научился говорить баба? Он научился говорить бай-бай. И дай-дай-дай. Бай-бай. И дай-дай. Тоже. Алекс, скажи бай-бай. Бай-бай. Так, бай-бай. Значит, нет, он только... Когда надо, говорит. Просто так не это. Глупости какие-то совершать. Да, Алекс? Вот так выкладываем эту
верхний слой шапочки. Огромный паук. Я от дедушки ушел. По суседкам не сли. Наташ, ты что, меня снимаешь? Да. Я тут Алекса развлекаю, а ты... Ой-ой-ой. Что так кашляешь? О, ну! Алекс, отпусти! Отпусти! Взялся за камеру. Нельзя. Я занята шапочкой. Вам ничем не помогу. Так, вот такая шапочка. Так она у нас будет украшена. Сейчас я возьму бумажную салфетку и протру края тарелки. Протираем. Наш мистер Алекс ходит по делам уже по своим. Мистер Алекс! Так, что теперь делать? Куда вы пошли? Теперь мы делаем следующее. Значит, немножечко жидко оставим. Алекс, подожди, подожди, мой маленький. Смотрите, что мы делаем следующим образом. Мы же должны... Ой, будь здоров, малыш. Снимаешь ты? Да-да. А, мы же должны сделать опушку у шапочки. У нас такая будет. Опушечка. Искусственный мех. Да. Искусственный мех. Вот. Белая норочка? Ах ты, какая белая норочка. Ой, Алекс, ты можешь перестать рыгать и кашлять? Даш, что так некрасиво-то? Ну, надо ему на видео вот кашлянуть, отрыгнуть, пукнуть. Он же ребенок. Так. Так, вот как этот ребенок сидит. На операторе. Бедный оператор. Малыш. Так, а что теперь мы делаем? В три погибели встала тут. Значит, что мы делаем? Мы берем, кладем немножко майонеза. И вот этот желток, мы вот так вот его обмазываем майонезиком. Обмазываем, обмазываем, обмазываем. И берем его. И вот так вот обваливаем. В яйце. Вот в таком. И это у нас будет помпон. Ура! Вуаля! Пожалуйста, помпон. Вот такая шапочка у нас. Деда Мороза. Какая красивая у вас шапочка. Угу. Ну, все, салат готов. Осталось прибраться и сфотографировать. Ставьте нам лайки, если вам понравилось. Готовить вместе с нами. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Прощайся, Алекс. Пока-пока. Бай-бай говори. Бай-бай. Да. Молодец. Бай-бай. Да. Бай-бай.